народ дикообразы. Ёлки-моталки. Так, ну эти-то должны яблоки жрать, по идее. По идее, должны жрать. Оп. Как они аккуратно пищу берут? Фу, воняют как-то специфически от них, не по-русски. Тут что-то большое прям есть. А, там морковку дали. Никто особо не додумался резать, поэтому дают целиковый. О, держи. Блин, ну я же должна тебя потрогать или как? А? Не нравится. Не нравится, зато распушился. Распушился. Распушился, красотун. Да? Да? Если я тебе ладошку протяну, ты как сделаешь? Жесткие иголочки. Так, дружечки, я, может, к вам вернусь еще. А этот морковку точно.